Любимые истории, значит, про компашку, когда там у дедушки с бабушкой, это еще до моего рождения, значит, был, был пес, понтер, гладенький такой, да, ушастенький. Его звали Коро, он был замечательным совершенно. И папа всегда издевался, когда бабушка рассказывала что-нибудь про коров папа всегда говорил, мама, мама, ты еще скажи, что он консервные банки открывал. То есть, ну, гениальная собака, умнейшая. Но они там устраивали целый цирк. Там Васик Качалов потихоньку Федя Шаляпину подкладывал в карман что-нибудь со стола. И король терпел, потому что он всех знает, он всех любит, он терпел, маялся и потом с каким-то звуком таким, да что ж это такое, подходил и доставал из кармана и отдавал хозяевам. И все веселились по этому поводу. Да, конечно. В моем отчим доме, конечно. Их было несколько, и все были пострадавшие от чего-нибудь. И вот самый последний мой огромный такой друг. Сначала я была почти с него. Лорд Эдуард Грей был вот такого роста. Это английский сеттер. Его хотели пристрелить, потому что во время натаски, тогда отдавали егерям собак натаскивать да, на охоту, его неудачно ударил Игорь, э и он на одно ухо был глухой. Ну, значит, он подлежит уничтожению. Этого не мог вытерпеть мой отец. Он сказал, я забираю его к себе. Но после этого Грей очень смешно, когда он сидел, смотрел, допустим, там, и там его позовешь, он чисто в другую сторону делал так. <с nossa> он поэтому погиб он пошел по своим собачьим делам там в лесу, и его потом искали, по-моему, двое суток. И потом нашли. Но он подтопился в болото, он не в ту сторону бежал, там все кричали со всех сторон, Грей, Грей, Гриша, Гриша, по-русски-то Гриша, все. И он вот так. Но он был замечательной личностью, мы с ним очень дружили и всегда на заднем сиденье мы спали вместе. Вот мы едем куда-нибудь на охоту, а мы на заднем сиденье с ним. И мы с ним толкались, и папа в зеркало так смотрел, говорит, перестаньте ругаться. Ну, он действительно был очень красивый, очень умный, добрейшая личность. Ну вот, ну он долго прожил. Этот-то у меня был спиленок, 12 с половиной лет прожил Терри, которого все знают. Ну, во-первых, значит, два потрясающих праздника в доме. Это, конечно, Рождество и, конечно, Пасха. У меня в доме готовили мужчины, всегда Замечательно. Нет, вообще у нас была Марфа Ивановна, конечно, у меня была няня замечательная. Она была псковская карлица, ну не совсем, ну так не цирковая, конечно, но она маленькая была. Она безумно трогательный была человек и очень благодарный, потому что там дедушка постарался ей какую-то пенсию дали и так далее, когда уже она постарелась. А она была замечательная. Во-первых, вот она была чуть выше собаки по росту. И поэтому у нее с собакой, с Греем, были свои отдельные отношения. И если с кухни раздавался скрипучий голос, голос Марфы, это значит, она разговаривала с Греем. Потом она приходила, и вот это, она приносила эту атмосферу недовольства. И говорила: пождрал, пождрал, и пошел накануне Пасхи красить яйца руками, кисточкой, причем был пьеро, а колпачок, вот этот вот комбинезон, и ручки, и ножки там из чего-то сделаны, но яйцо нарисовать выражение лица, и это пьеро сидел поверх. Грунтые яйца. Это я не знаю, сколько там было. У нас семья же была большая очень. Там, ну, штук сорок было яиц всех цветов. Все делала бабушка. И она же следила вот за каждым граммом. И когда ты утром просыпаешься, вот в воскресенье, наш огромный стол, покрытый с николаевскими вензелями, значит, это просто огромная скатерть. Стояла ваза. Чудом не украли. Не, не поняли, что она разборная. Огромная ваза. И вот в эта огромная ваза вот такая вот была с горой. Сверху пьеро веселой, Куличи, которые Марфа напекла. Причем вот единственный случай, когда можно было там увидеть искусственные цветы. Больше никогда. Значит и творожное. Вот эта Пасха замечательная совершенно. Из нашей, из имения привезенной, деревянной, она огромная была, вот этот четырехлистник, вот этот вот. Это, ну, это особое совершенно. Вот эта вот Пасха вся покрытая пудрой шоколадной там, и кресты, хаве, вот это вот. И такое... Я не знаю. Такая радость была, и все приезжали, и потом бабушка ходила за утренней, потом перестала ходить. <музык> Я не помню. Я вообще вот период э, холода, голода, он как-то у меня атрофирован. Я помню потом. Сейчас я могу водить экскурсии по Литейному, Фурштадской, бывшей Петра Лаврова. Это мой район. Пестоле, Преображение, там меня крестили. Я могу рассказать, что было после войны. Вот тут не было дома, а вот тут осталась стенка, а вот тут мы пытались прорваться там наверх. Ну, интересно же, когда обрушен дом, и там какая-то картинка. Пошли посмотрим. А в Охровец-то один, ну, иногда куда-нибудь все-таки залезешь, и говорят, пошли отсюда, ну, пошли отсюда. Ну, в принципе, за мной там приглядывали. Но потом открыли Таврический сад, в котором я выросла. И меня единственным вечером... Меня не пускали гулять вечером. Ну, я уже была как бы там подросток. И вечером, не-не-не, только с кем-то. Вот отпускала меня в Таврический сад бабушка, когда она, Андреевна принимала, чтобы в доме не было никого. Но пока она меня там проверит, надел ли я теплые штаны или там завязала ли я я спуск, спускаюсь по лестнице, а она Андреевна идет. Я-то у нее на Рождестве бывала. У нас была компания замечательная и к нам приезжали с охотой, там трошены, это Витарган ночевал у нас, он, это мой однокурсник, он очень смешно, мы сидели, мы еще жили на Кубышеве 14, мы сидели в кухне, и он сказал, терпеть не могу, в гостиницу один. Олег сказал, так оставайся у нас, только у нас, правда, ну, подставим тебе табуретку, потому что у нас диван был ну, такой... Нет, нельзя было его сделать длиннее. И он нас поперек гостиной <смех> спал. <смех> Я приехала uh, сюда в марте. Здесь был снег. А, одни усы от троллейбусов по, по Ленина. Вот такие вот и только усы, столько снега. Я приехала в лаковых сапогах на каблуке и в шубе, ну так, я когда вышла, то Катя Жестянкина меня встречала. Нет, ты уже в живых, Царство Небесное. Она так открыла как-то и рот, и руки, и сказала, это вы, Бычкова? Я сказала, да, помогите мне. И мне там кто-то вынес чемоданы. И в это время прямо по платформе подъезжает автобус Телевидению написано. Оттуда вылетает Занчковская с криком «Бычкова!» И летит ко мне, и, значит, меня погрузили и увезли. И Катя так осталась. Ну, мы учились в одно время с Юркой, с Юргисом Заянчковским. Людка всегда смеялась и говорила, ты ведь моя сестра. У нас были уже какие-то... Ну, вообще, в принципе, вот... У меня всегда было больше друзей среди мужского пола, простите, ради бога. Потому что каждая женщина королева, я не спорю и храни вас Бог, но ну, иногда просто я не, не, умела поддержать разговор, который мне не интересен. Вы знаете, у Люды был характер при том, что взрывной и какой угодно, она слышала партнера и на сцене, и в жизни. С ней можно было говорить. Она однажды мне сказала, ты знаешь, весь Петрозаводск ждет, когда мы с тобой поссоримся. Я ужасно удивилась. Я ну, говорю, почему? Говорит, ну так не бывает в театре. Мне в ум бы не пришло. Как можно с ней поссориться? Мы могли все обсудить. Мы могли обо всем говорить. Мы доверяли друг другу. Мы знали друг друга очень хорошо. Не скажу, что очень просто мы с, ну, взаимодействовать начали. Там у Лю Людка же она такая была. Отдельный номер программы. Но да, последние Горького вот мы выпускали. Да. И вот с этого момента, и на всю оставшуюся жизнь. Я помню, как когда-то я попросила у Людки взаймы что-то на три дня. Вот, я даже не помню, почему я давно уже не беру взаймы, вдруг помру, кто же. А, значит, она была так рада. Что я-то же остолбенела, говорю, а да -да -да -да, чего ты? Ой, как хорошо, а возьми еще. Вот знаете, а потому что появилась впервые в жизни, и надо было делиться. У нее ничего другого не было в жизни. Она без работы а как сказать она чувствовала себя ненужным мир не переставал для нее существовать интересовать ее это, это это особо я знаю таких вот людей я к ним не принадлежу Почему? не знаю я не как вы понимаете, уважаю свою профессию и служу ей по мере а, возможности, но это не для меня. Mm. Ух, меньше работы – хорошо. Ну, правда. Может быть, потому что я понимаю ограниченность сейчас возможностей. Я когда вижу, как там ребята замечательно работают, там двигаются. Ой, это моя любовь всю жизнь была. Я же понимаю, что я так не могу. Кончается же драматургия. Это, я не знаю, там рассказывал, по-моему, Житинкин, как-то его фамилия такая странная, в восторге от Васильевой, которой 95 лет. Она 15 раз Переодевается и ходит на вот таких каблуках. Я подумала, что если про артистку ничего другого не говорят, то это странный спектакль. Хотите, видите, хотите нет, Анечка, но актерское братство существовало, и я тому свидетель. Может быть, в него входили не все. Но вот ощущение, мы с тобой одной крови, и если я могу тебе помочь, я сделаю все, чтобы это. Вот это, вот отсутствие этого понимания даже, что это правда и слово «порядочность» непридуманное. Правда дорого стоит, за порядочность платят, за ложь нет. Ну, так получается. Вот вещи, которые меня ранят. В моей жизни очень много было историй, доказывающих, что эти Вещи были в бытии нашем. И дружба стоила дороже любых денег. Любых. И проверялось это там через день, если не два раза в день. И я вижу, что происходит сейчас. И как меняются люди. Вообще слово красивое разочарование. Красивое такое, длинное. А вообще-то это страшное дело. Нет, нет, в жизни вы что? Нет, конечно, я видела очень много интересного. Я, я знаю очень много интересных людей. И я столько читала, я столько видела. Вы что? Жизнь это замечательная вещь. И я высокую ценю. Техника меняется быстрее, чем мне очень понравилось. Мне подарили смартфон. Я сказала: А где книжка? Они сказали, неопытным путем. В первые два дня хорошо хоть знакомым я звонила. Как я к ним попадала, я не знала, то опытным путем. Вы понимаете, у меня к технике, если она меня везет, мой друг, если меня два раза компьютер спросил, вы это собираетесь сделать? Кто из нас тупой? Я хотела бы понять. И ничего с этим не поделаешь. Может быть, потому что я еще не потеряла реакцию, да, стареюсь, но реакция у меня нормальная совершенно. Я уже все, я, мне надо вот... Вы это будете делать? Да пошел ты. Именно так. И если я разговариваю в доме, то не сама с собой, а с корытом, который говорит, ты что, вот что это? Вот это почему? Алло, Гугл, скажи мне.